Народный контроль возьмется за таксистов. Представители общественной организации приняли решение проверить извозчиков на добросовестность. По словам Людмилы Ивановой, практика такого контроля уже существует в Сырихарде и Новом Уренгое. И, отметила депутат, имеет определенный эффект. Что касается Ноябрьска, здесь таксистов регулярно проверяют инспекторы ДПС. Однако, по мнению Ивановой, этого недостаточно. Необходимо привлекать представителей общественности, которым проще контролировать качество оказания услуги в этой сфере. Была такая ситуация год тому назад в городе Салихарды. Остановили ночную машину, такси, отвалилась дверца у водителя, у такси, вот эта машина. Вышел человек с кепкой на это сам. Но это было вот о чем мы всегда говорили, получилось как в анекдоте, вы знаете, это было, и он еще начал